Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Идет ремонт капитальный. Участок пути на Красноармейской меняют полностью. Эти шпалы прослужили верой и правдой более 30 лет. Рабочие вручную их выкапывают, чтобы заменить на новые. Труд колоссальный, учитывая, что каждая такая шпала весит порядка 90 килограммов. Рельсы же грузят краном. Затем готовят грунт и прокладывают новые пути. На совмещенном полотне, в частности, вот на этом участке, необходимо сделать так, чтобы высота рельсы не превышала высоту асфальта. Тоже, опять-таки, для того, чтобы удобно было ездить автомобилем. Рабочим нужно успеть за ночь полностью заменить участок полотна, чтобы утром не мешать проезду автотранспорта и самих трамваев. В это трудно поверить, но уже в 6 утра здесь пойдет первый вагон. И если сонные пассажиры никаких изменений не заметят, то водитель сразу почувствует, что едет по новым рельсам. Никаких вибраций, меньше шума, а трамвай идет плавно и легко. Когда трамваи обкатают новые рельсы, утрамбуют, грубо говоря, своим весом их в грунт, участок будут асфальтировать. В этом году отремонтируют больше 20 километров путей. Это не только капитальный ремонт, но и текущий. Когда под замену идет не все полотно, а неисправный элемент. У нас основная цель – это безопасность перевозок пассажиров. Поэтому, чтобы была безопасность, значит, пути должны быть в хорошем состоянии. Поэтому мы делаем все, чтобы пути были у нас в хорошем состоянии. Всего в Самаре более 170 километров трамвайных путей. И два раза в год их проверяют специальным оборудованием, чтобы вовремя найти и устранить износ. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков. События.